Наша обувь очень качественная. Кожа натурально телячья, подошва полуретан, гнущаяся, не скользящая, с гелевой вставкой. Нашу обувь можно приобрести по доступной цене. В Темиртау прибыла обувь от белорусских и российских производителей. Представлены на ярмарке сезонные коллекции. Многие посетители уже убедились в высоком качестве привезенного товара и доступной цене продукции. Я думаю, вот именно вот эти вот купить. Не знаю почему, но они мне нравятся. Вот фасон вообще все хорошо, вот прям классно. Тем более у меня проблемы с ногами. Думаю, вот здесь подошва такая классная, она мне подойдет. Я долго вот искала вот именно вот такую. Обувь белорусских и российских производителей пользуется спросом во многих странах, в том числе и в Казахстане. Причина – удобство, натуральные материалы и приятный дизайн, говорят специалисты. Более того, цена доступная. Приглашаем вас на ярмарку белорусской обуви. Вся обувь из натуральной телячьей кожи. Как правило, все болезни от ног, поэтому нужно покупать качественную обувь. Обувь для проблемных ног, для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище, выступающая косточка. Также обувь имеет ортопедическую основу, противоскользящую подошву. Не упустите возможность приобрести качественную обувь по доступной цене. Продлится ярмарка до 24 апреля. Любой вид обуви жители могут приобрести в здании кинотеатра «Комсомолец», находящегося по адресу проспект Республики, 45. Время работы с 10 утра до 19 часов вечера. Жители области же могут приобрести качественную обувь в Караганде на втором этаже торгового центра «Азия». Там ярмарка продлится до конца апреля. Юлия Исланова, Арман Абулхасымов, Александр Ломако. Новости Темиртау.